Всем привет, с вами интернет-магазин kado.ru. Покупайте лучше, про остальное забудьте. В этом видео я хочу рассказать про дамскую лопату Бритта фирмы Диалшпатен. Эта лопата имеет такую небольшую форму, остроконечную. Такие лопаты, да, классические штыковые, которые, к которым привыкли наши садоводы в России, в отличие от садовых форм, которые применяются в Европе, да, в Европе применяются вот такие вот лопаты. Вот именно вот такая лопата — это настоящая классическая садовая лопата, именно вот с такой формой. Это же лопата остроконечная. Рукоятка сделана из ясеня длинноволоконного, имеет такую вот форму D-образную. Такой ретро-стиль, который напоминает о наших, так сказать, бабушках, дедушек, которые вот использовали такой вот старинный инструмент. Но в то же время эта рукоятка, она, во-первых, очень прочная, и, во-вторых, ей очень удобно работать с такой рукояткой. Сама лопасть имеет размер 250 мм на 150. Она действительно очень маленькая, но в то же время она очень прочная и надежная. Пользуется очень хорошей популярностью эта модель в нашем интернет-магазине среди женщин. Так что я сейчас покажу для сравнения, значит, лопата классическая, садовая, можно сказать, мужская, да, полноразмерная, и вот эта женская лопата Бритта. Да. Лопата весит 1700 грамм, то есть она достаточно легкая, но не в ущерб прочности. А для сравнения, вот эта вот кованая лопата из одного куска стали весит 2 килограмма 400 грамм. То есть эта лопата легче практически на 700 грамм. Я подвижу. Часто задаваемые вопросы. Это херня такая тяжелая. Это первый вопрос. Второй. Должна ли быть лопата вообще тяжелая? То есть нужно, да, сказать, образумить, сказать, почему она должна быть тяжелая. Вес этой лопаты 1700 грамм, как я говорил. И выполнена она из углеродистой стали. Толщина плота этой лопаты 2 мм. Легкая лопата. У нас любят женщины легкие лопаты, которые сделаны из титана. Но сам титан, он вообще как бы не предназначен для того, чтобы делать из него лопаты. Или титан был изобретен для того, чтобы используют это в космической промышленности и используют это в самолетах, да, аэрокосмическая промышленность. Ну и вдруг каким-то умельцам на заводах, которые тырили этот металл, они решили сделать из них лопаты. Если толщина лопаты титановой где-то 1,5 либо 1 даже миллиметр такие попадаются, то эта лопата очень хрупкая. И она сломается, даже вот если просто упадет у вас на пол, она погнется и сломается. Поэтому нет смысла вот делать толщиной из титана такие лопаты, да, где-то толщиной миллиметра, полтора. Смысл из титана делать лопаты — это где-то начиная от 2 миллиметров, да. Соответственно, стоимость этой лопаты, она будет достаточно высокая. Ну, в идеале это толщина 3 мм. Но лопата 3 мм титановая будет стоить там вообще баснословные деньги. Вот. Поэтому самый лучший металл, который использован, так сказать, используется для лопат, это углеродистая сталь. И вот толщина 2 мм достаточно прочная для того, чтобы использовать ее долгие годы. Поэтому я считаю, что
Это самый лучший материал для лопаты. Никакой не титан. Плюс лопата входит в землю, да. Чем лопата тяжелее, тем проще она входит в землю. Легкая лопата, ее для того, чтобы ее вогнать в землю, нужно приложить усилия. То есть навалить либо всем телом, либо ногой там. То есть чем лопата тяжелее, тем она проще входит в землю. Если вам не нужно как бы грунт перемещать, да, то копать тяжелой лопатой вы просто землю переворачиваете, перекапываете. Вот тяжелой лопатой намного проще. Так что покупайте эту замечательную лопату Бритта остроконечную в нашем интернет-магазине. Мы единственный поставщик фирмы Ideal Spaten на территорию России. Мы отвечаем за качество. 10 лет гарантии предоставляется на лезвие этой лопаты. Если вы ее сломаете в течение 10 лет, то мы ее заменим. Соответственно, если вы будете использовать ее по назначению, то есть вы будете работать в саду. Не на стройке где-нибудь, а в саду. Так что покупайте эту лопату в нашем интернет-магазине kado.ru, покупайте лучше, а про остальное забудьте.